Апостол Павел далее в послании к Ефесянам начинает говорить о жизни человека, исполненного Духом Святым. Как вы помните, мы остановились на том, что исследовали вопрос исполнения Святым Духом, каким образом это происходит. А дальше апостол Павел объясняет нам, чем характеризуется жизнь человека, исполненного Духом Святым. И э, вот эта характеристика человека исполненного святым духом она касается совершенно разных сфер человеческой жизни. и апостол Павла здесь интересует отношения в семье, воспитание детей, отношения между начальниками и подчиненными, в общем э, совершенно разные сферы. Поэтому у нас будет как бы несколько проповедей под вот этим общим названием, жизнь человека, исполненного Духом Святым. Ну а сегодня мы с вами поговорим о прекрасном, <laughs> о семье, о муже и жене. Супружеские отношения, какими они должны быть? Есть чудесные притчи, которые мне очень нравятся, про то, как жила на свете прекрасная принцесса. Она у окна целыми днями сидела, ожидала принца. Единственную свою любовь. Ну, толпы женихов, конечно, приезжали просить ее руки, но принцесса была не, не глупой. Она составила список качеств своего будущего принца и каждого претендента оценивала в соответствии с этим списком. И, как назло, каких-нибудь качеств да не хватало. Кто-то слишком молод, другой слишком толст, третий лысоват кто-то похож на пьянчугу Кабацкого, кто-то манерами не блещет. В общем-то, ну, никак не совпадало все. Проходили годы, принцесса ждала и ждала. И вот, наконец, на белом коне, на прекрасном, прискакал к ней принц. Она на него взглянула и поняла, что он соответствует абсолютно всем пунктам из ее списка. Она выбежала ему навстречу и сказала, дорогой принц, я рада, что вы наконец за мной приехали. Я согласна быть вашей женой. Принц покачал головой и сказал, ⁇ Извините, дорогая принцесса, достал свой список ⁇ и говорит, видите, целых три пункта не совпадают. Мир строит отношения между мужчиной и женщиной на эгоистических принципах. И, в общем-то, не так уж это и забавно, потому что все это приводит к постепенному отмиранию института семьи. Люди от брака хотят получать удовольствие и жить для себя. Люди придумывают в деталях, что должен делать их супруг, но совершенно не думают о том, какими они сами должны быть. Конечно, это совершенно противоречит Божьей воле относительно супружества, потому что супруги, даже вот славянское слово ⁇ супруги ⁇ это те, кто в одной упряжке. Семья не может существовать по принципу лебеди, рака и щуки, когда каждый в свою сторону. Муж и жена должны уметь чувствовать друг друга, повиноваться друг другу. Это как в оркестре или в хоре. В хоре не может петь солист. Ну, даже стараются человека с яркими вокальными данными в хор не принимать, потому что он все время будет торчать, как гвоздь. В хоре нужно уметь подстраиваться. В оркестре то же самое. И высший профессионал – это тот, который может быть и солистом, и петь в хоре. Уметь подстроиться. Интересно, что апостол Павел э, начинает свое повеление о жизни христиан, исполненных Духом Святым, э, с такого замечания, с 21 стиха. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Интересно, вот э, какая штука, что в синодальном издании у нас здесь поставили точку. Хотя на самом деле здесь должна бы стоять запятая. Вот этот 21 стих, он относится не к предыдущему отрывку, а к всему последующему. Почему мы можем сделать такой вывод? Потому что в греческом оригинале э, нет вот этого глагола «повинуйтесь». Его вставили уже в синодальный текст как бы для ясности на самом деле фраза звучит так повинуясь друг другу в страхе Божьем жены своим мужьям как Господу то есть вот эта фраза она относится ко всему что сказано ниже повинуясь друг другу в христианской семье муж и жена строят свои отношения на принципах повиновения причем повиновение э, друг другу повиновение в страхе Божьем. Писание призывает нас подчиняться начальствам, родителям, друг другу. И это не означает, что мы должны слепо исполнять приказы там, друг друга, но означает, что мы должны это делать в страхе Божьем, сообразовать свое подчинение с подчинением Богу. Повиноваться Богу призывает нас Писание через апостола Иакова, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Поэтому и сказано здесь, что повиноваться друг другу надо в страхе Божьем. Давайте, собственно, наш текст, теперь касающийся мужа и жены, прочитаем полностью. Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свято и непорочно. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви: Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. В христианской семье муж и жена строят свои отношения на принципах повиновения. А в чем должно выражаться это повиновение? Ну, вот два выражения христианского повиновения. Павел говорит: в чем повиновение жены и в чем повиновение мужа? И как обычно, к женщинам предъявляется меньше требований, а к мужчинам больше. А потому что жена, жена все-таки занимает подчиненное положение. Поэтому муж как глава семьи с него и спроса больше. И к женщине предъявляется всего два требования, а к мужчине целых пять. И мы их с вами сейчас будем рассматривать. Повиновение жены христианки – это подчинение. Давайте рассмотрим, что апостол Павел по этому поводу говорит. 22-23 стих говорит о подчинении жены мужу, как Христу. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Другими словами, подчиняйтесь своим мужьям, Таким же образом, как вы подчиняетесь Иисусу Христу. Возникает, конечно, вопрос: что значит подчиняться? Апостол Павел употребляет греческое слово хупотасса, которое означает поставить себя ниже по функциональному статусу, по функциональному положению. Таким образом, Павел здесь подчеркивает, функциональные различия в семье не статусное. Статус перед Богом у мужчины и женщин одинаков, но положение, если можно сказать, должность <laughs> разная все-таки. Ну можно провести такое сравнение. Вот есть генерал, и есть лейтенант. Оба они люди, статус у них одинаков, на них действуют все права человека, все законы о правах человека и так далее. Но функции у них разные. Один старше по званию другой младше. Также и функции у мужчины и женщины абсолютно разные. К сожалению, феминистское движение всегда стремилось вот эту разницу в функциях между мужчинами и женщинами, женщинами свести к нулю. Некоторыми функциями легче обменяться. Женщины освоили укладку шпал, создали ужасный вид спорта под названием женская штанга, на которой без ужаса смотреть невозможно. И мужчины сегодня обменялись с женщинами некоторыми, скажем так, функциями. Мужчины довольно легко сегодня отказываются от ответственности принимать решения. Мужчины легли на диваны, взяли в руки пульты от телевизора и самоустранились от управления семьей. Но некоторыми функциями, конечно, обменяться сложнее. И слава богу, что до сих пор, как бы сам Господь подчеркивает вот это функциональное различие между мужчиной и женщиной. Например, мужчины так до сих пор и не научились рожать. И было бы странно, если бы они научились этому. Женщинам до сих пор недоступен партоногенез. То есть без мужчин они тоже, в общем-то, родить ребенка не могут, без оплодотворения. Такова реальность созданное Богом. Почему нужно подчиняться, спрашивают очень многие. Ну, потому что муж есть глава жены, здесь написано. Как и Христос, глава церкви. Он же Спаситель тела. Ответ простой. Такова реальность, созданная Богом. Бог так задумал, что мужчина будет главой семьи, а женщина будет занимать подчиненное положение. И вы знаете, на самом деле феминизм разрушает человеческое сообщество. Мне доводилось быть в Финляндии. Я вам скажу, что это одна из самых несчастных европейских стран, которую только можно себе представить. Дело в том, даже не в том, что у них женщина президент, женщина министр обороны. У них большинство пасторов государственной, Лютеранской церкви это женщины. И даже совсем недавно, ну, совершенно фантасмагорический случай, произошел. Когда пастор поменял свой пол, стал женщиной и вернулся в свою церковь на должность пастора. Все это происходит в Финляндии. А на самом деле, это ужасно. Ужасно э, видеть, как божий порядок поставлен с ног на голову, на самом деле. Когда мужчины вялые, безвольные, когда там они не могут принимать решений, когда они реально спиваются. В Финляндии, в Финляндии мужское население спивается очень, очень быстро. Вырождается сама нация. Очень скоро этот процесс станет необратимым. Оказалось а бы, все началось ну, с каких-то таких модных вещей. Женщины взяли на себя мужские функции, а мужчины взяли на себя женские. И это ужасно. На мой взгляд, женщина-священник и мужчина-роженица – это явление одного порядка, это одинаково абсурдные явления. Женщина-глава семьи и мужчина, рожающий детей – явление абсолютно одного порядка. Так быть не должно. Именно поэтому апостол Павел говорит, что жена должна подчиняться мужу, так же, как она делает это по отношению к Христу. Посмотрите дальше. Вторая, кстати, обязанность ⁇ это уважение. Мы сразу перебежим в 33 стих, где Павел еще добавляет глагол. Бояться, который у нас переведен. Вообще глагол «фабиомай», конечно, это же э, ну переводится обычно как бояться, ну страшиться. Но это, конечно, вовсе не означает, что муж должен как-то специально пугать жену там, э, выскакивать да и неожиданно из темноты там или ходить в страшной маске какой-нибудь или с автоматом все время. Нет. Жена-то боится мужа. Дело в том, что у глаголов «фабиомай» довольно широкий семантический ареал, довольно широкий спектр значений. Например, Платон в одном из своих сочинений говорит, что мы должны «фабиомай то сома, то есть бояться тела своего. Ну, в каком смысле бояться тела? Естественно, в том смысле, чтобы уважать, чтить тело свое. Имеется в виду, что муж должен любить жену, а жена э, не то, чтобы не должна любить. Она должна уважать его. Послушание мужу не противопоставляется здесь любви. Это проявление любви, послушание мужу. Муж будет проявлять свою любовь через наставление, через заботу о жене, мы об этом позже поговорим. А для жены параллельное проявление любви – это подчинение. Если женщина любит своего мужа, она будет его уважать. Если муж не будет выполнять своих обязанностей, жена будет чувствовать себя нелюбимой. Ну, если муж не будет уделять ей внимание, о чем мы позже будем говорить. Точно так же мужья чувствуют себя нелюбимыми, когда женщины не проявляют к ним уважения. Ну, вы сами знаете, к сожалению, даже и среди верующих это распространено, когда женщины собираются вместе, начинают обсуждать своих мужей. Ой, а мой-то вообще ничего не делает, такой-сякой. Слова «боится своего мужа» — «уважает». Это означает, что она даже без его присутствия отзывается о нем уважительно. Каким бы... Глупым он ей не казался. Умная жена будет уважать и слушаться даже глупого мужа. Глупая жена разрушит свой дом. Она не будет проявлять уважение. Уважать мужа настолько, что не осуждать мужа в разговорах, гнать подобные мысли даже из своей головы. Таково Божье предназначение для женщины в семье. И я вам скажу, что на самом деле это... Довольно легкое повеление. Ну, казалось бы, чего уж тут трудного? Муж за все в ответе. Даже если муж не прав, Бог спросит с него. С женщины Бог будет спрашивать только по одному критерию: уважала ли ты мужа и подчинялась ли ему? Бог с мужем разберется, если даже он принимает неправильные решения. Поэтому женщинам вообще легко должно житься на свете. Ну, тем, кто замужем. Муж за все отвечает я вообще. Я просто слушаюсь. Если что, Бог с ним разберется. Ну, конечно, не, не надо забывать о том, что повиноваться нужно в страхе Божьем. И если муж призывает к какому-то явному греху, осуждаемому Писанием, осуждаемому Богом, конечно, тогда жена должна послушаться более Бога, нежели мужа. Ну, например, муж говорит, пойдем зарежем соседу нашего там, значит. ну я утрирую, конечно. А... Ну давайте оставим женщин. Почему-то всегда мне неудобно об этом говорить, потому что а, сразу это воспринимается как некий мужской шовинизм. Перейдем а, к обязанностям мужчины. Сестры вздохнули с облегчением и приготовились писать. Значит. Повинование мужа, повиновение мужа христианина ⁇ это любовь. И эта любовь должна выражаться в нескольких, так сказать, проявлениях. Во-первых, любовь должна выражаться в жертвенности. Взгляните в 25 стих. Павел говорит, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя. За нее. Слова ⁇ предал себя за нее ⁇ говорят о жертвенности. Христос пострадал за церковь. Христос э, действительно пожертвовал собой. Христос э, оставил небесную славу для того, чтобы прийти на землю и спасти церковь. Любить ⁇ это значит жертвовать своей жизнью. Иоанна 15 глава, 13 стих, написано ⁇ Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Любить значит жертвовать своими интересами и привычками. Например, до свадьбы муж увлекался там, ну не знаю, походами в театр, у него было любимое хобби. Это означает, что когда он женился, и если он любит свою жену, то ему придется многим жертвовать ради сохранения семьи. Полагать душу свою за других это не обязательно ну, лечь грудью на амбразуру. Полагать душу свою за других начинается часто с малого. На христианских свадьбах э -э, ставят такие сценки, где там муж лежит на диване и мечтает о том, что было бы, если бы на жену тигр напал, как бы он его убил, там, значит, или и, как, если бы там дом горел, а он бы ее на руках вынес. И тут подходит к нему жена и говорит, дорогой, ну, что мусор там скопился, вынеси, пожалуйста, мусорное ведро. И она ей говорит, эх, ты женщина, если бы ты знала, на что я готов ради тебя, а ты со своим ведром тут лезешь. И продолжает лежать на диване, мечтать. Жертвенность предполагает действительно способность пожертвовать, даже в малом. Проявляете ли вы жертвенную любовь, братья, мужчины? Жертвуете ли собой ради своей жены? Далее, любовь э, проявляется не только в жертвенности, но и в способности наставлять. Взгляните в 26 стих, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова. Христос освещает свою церковь и очищает ее посредством Слова. Поэтому и муж проявляет любовь к жене тем, что наставляет ее через Слово Божие. Что это значит? Это означает, что муж должен находить время для того, чтобы читать Библию вместе с женой. Конечно, все современные мужчины возмущаются и говорят, что это нелегко. Чтение Писания ⁇ это уже давно в семьях прерогатива женщин. И это ужасно на самом деле. Мужчины устранились от своей роли семейного пастора, лидера в наставлении слова. А, между прочим, у протестантов, в общем-то, всегда было не так. Если мы посмотрим на историю протестантизма, особенно на историю вот, пуританского движения, было как: очень часто церковь была далеко, и вся семья не могла поехать в воскресенье церковь. Ехал только глава семьи, ну потому что детей было много, хозяйство нельзя было бросить. Но когда муж возвращался из церкви, прослушав проповедь, он собирал всю семью и повторял все это богослужение уже в своей семье. То есть он пересказывал проповедь, также толковал Писание. Уделить время своей жене ⁇ это очень важно. На самом деле, мы в нашей семье всегда договорились, что если я нахожусь дома, Пока у нас не было детей, мы с женой читали Библию каждое утро и каждый вечер. То есть два раза в день. Перед уходом на работу и, так сказать, перед сном. Когда появились дети, количество подходов к чтению Библии в семье увеличилось, конечно, потому что мы теперь читаем отдельно Библию с детьми и отдельно с женой, потому что я знаю, что на мне, как на муже, лежит обязанность наставлять свою жену в Слове Божьем. Это, конечно, не менторский урок, я не сажусь в галстуке напротив нее и не читаю ей лекцию. Скорее всего, мы просто лежим вместе, валяемся на диване, мы открываем Библию, мы читаем, мы как-то делимся какими-то впечатлениями, я поправляю, если что-то неправильно, происходит в этом, так сказать, обмене мнениями. Чаще всего мы говорим, ну давай какой-нибудь урок извлечем из этого чтения. Таким образом, будьте наставниками для своей семьи. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы ⁇ это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте твсеминари.com. Следующая обязанность это прославление и освящение. Муж любит жену, когда прославляет и освещает ее. Посмотрите 27 стих. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Смотрите, цель Христа, во-первых, прославить свою церковь, представить ее себе славную церковью. Понятно, что церковь далека от совершенства, но Христос ее всегда представляет как славную, не имеющую ни пятна, ни порока. Мужчины все прекрасно знают, что женщины далеки от совершенства. Но мужчина должен представлять свою жену перед другими людьми и в своих собственных мыслях как совершенную. Цель любви не унизить, а прославить. Поэтому, если мужчины собираются вместе и начинают разговаривать о женах и начинают перемывать им косточки это грех. Мужчина должен хвалиться своей женой. Он должен найти такие качества, за которые, так сказать, он может ее похвалить. В притчах, вспомните, там 31 глава описывает добродетельную жену. Но в частности, там есть повеление как бы и мужу, такое косвенное. Встают дети, написанные, и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Мужья, когда вы в последний раз хвалили свою жену? Когда вы делали ее действительно славной женщиной? Это очень непопулярное сегодня может быть такое действие. И речь идет не только о похвале, но и о действительном освящении. Старайтесь, чтобы ваша жена была свята. Живите так, чтобы у нее не было повода грешить. И это, кстати, относится и к молодым, которые только готовятся вступить в брак. Поэтому, сестры, если ваш жених или вот молодой человек пытается ввести вас в грех, чтобы лишить вас чистоты каким-либо способом, то это означает, что он не любит вас, а любит только себя. Он не хочет, чтобы вы были святы, он хочет только своего удовлетворения. Настоящий мужчина Всегда хочет, чтобы его жена была свята. Чтобы в любой сфере жизни, в интимной ли жизни, она не прелюбодействовала. Поэтому он сам должен быть ей верен. И он не должен ей давать повода к прелюбодеянию. В духовной ли сфере он должен стать для нее образцом. Чтобы она могла повиноваться мужу как Христу, муж должен вести себя как Христос. И это очень важно. Недаром здесь Павел и сравнивает мужа с Христом. Далее. Любовь выражается в нежной заботе. Смотрите, 28 и 29 стихи. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий жен, свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Посмотрите, Павел говорит, вы же заботитесь о своих телах. Если вы лежите на диване и вдруг поняли, что надо бы покушать, есть нечего, вы не говорите. Ну ладно, подумаешь, кушать хочется. Через недельку поем. А Как-нибудь само рассосется. Нет, конечно, вы пойдете, откроете холодильник, увидите повесившуюся мышь там, э, пойдете зарабатывать деньги, брать взаймы, ну как-то вы будете наполнять свое чрево, потому что если хочется кушать, то вы что-то сделаете для этого. Если вам холодно, то вы как-то оденетесь. А если наоборот вам горячо, например, вы там сунули руку в костер. Вы не держите ее там в костре, чтобы она поджарилась. Нет, вы как-то ее тут же отдергиваете. Ну. Никто, э, говорит Павел, не имеет ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. И поэтому апостол Павел говорит, вот так же, как вы питаете и греете свою плоть, так же вы должны заботиться о своей жене. Именно эти стихи говорят о том, что на мужчине лежит обязанность одевать свою семью и добывать ей пропитание. Женщина, конечно, может в этом помогать. Добродетельная жена тоже в этом процессе участвует. Ничего плохого в том, если жена работает, нет. Хотя лучше все-таки, если жена э, так сказать, посвящи... посвя... посвятила себя воспитанию детей. Но ну, есть разные ситуации. Может быть, действительно очень сложное материальное положение. Может быть, детей нет, например. Ну, тогда нет ничего страшного в том, чтобы жена работала и как-то росла профессионально. Но, в конечном итоге, ответственность за материальное обеспечение семьи лежит на мужчине. Именно мужу дано вот такое повеление: питать и греть свою жену. Интересно, что слово греет. Имеет еще одно значение в греческом языке: переносное значение: греть означает лелеять, утешать. В Новом Завете, кстати, это же слово встречается еще один раз в первом послании к фессалоникийцам, когда Павел говорит: Мы были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими. То есть, у слова греть еще есть значение. Нежничать, ну то есть относиться нежно, с нежностью к своей жене. Поэтому мужчина должен проявлять нежную заботу. Проявляете ли вы нежность? Или вы продолжаете говорить грубые слова, грубо себя ведете по отношению к супруге? Это большой вопрос. Ну и, наконец, последнее, пятое повеление к мужу. Его любовь выражается в преданности. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к Церкви. Интересно, что вот это повеление опять а, уже возлагает инициативу на мужа, но оно же касается и жены. Все-таки будут двое одна плоть. Это не означает, что мужчина должен быть преданным жене, а жена может и не быть преданной. Нет, именно двое будут одной плотью. Но инициатива вот такой преданности всегда принадлежит мужу. Жена не просто добавляется к отцу и матери в списке приоритетных отношений. Жена заменяет собою предыдущие приоритетные отношения. Не сказано, что э, человек, ну здесь в смысле мужчина, э, он будет с отцом-матерью и к ним долепится как-то жена еще. Нет, он оставит отца и мать. Оставит эмоционально, оставит физически, скорее всего, переедет в другое жилье. Жить вообще с родителями ⁇ это не лучший вариант, далеко прямо скажем. Я это знаю по, -по, по себе, мы ни разу не жили с родителями, со своей женой, хотя приходилось очень очень туго. Ближайший родитель у нас всегда находился не ближе, чем за 100 километров. Поэтому мы, э -э мы в общем-то, с самого начала познали все трудности, когда на бабушек, дедушек надеяться э не приходится. Приходится как двум идиотам, значит, первого ребенка своего самостоятельно воспитывать, совершать ошибки, прыгать всю ночь вокруг нее, и там не знать, как, когда какие пеленки. Но зато теперь нас уже ничем не проймешь. Мы знаем, как справляться с трудностями. Мы знаем, что такое финансовые трудности, как их решать. Мы знаем, что такое заботиться о ребенке, когда тебе никто там не дает советы, ты руководствуешься только писанием. Ну, изредка, конечно, совета спрашиваешь, к мудрым прислушиваешься. Но на самом деле мы уверены, что наших детей воспитали мы, а не бабушки с дедушками. И, во всяком случае, и вина на нас, если что не так, и ответственность только наша, ну и слава наша, конечно. А интересно, что надо оставить отца и мать но прилепиться к жене своей. И это проявление любви. Многие жены жалуются на то, что до свадьбы мужья уделяли им очень много внимания. Ну, действительно, они постоянно звонили, постоянно хотели встретиться. После свадьбы мужей эх, как бы кто-то подменяет. Они уже как бы не стремятся домой, уже как-то мало времени проводится своей женой, и жены не чувствуют, что муж их любит. Поэтому Павел здесь говорит: вы должны быть преданными. Вы должны действительно прилепиться к жене. Это означает, что отношения с женой должны стать исключительными для мужа. Являются ли, братья, для вас отношения с женой исключительными, эксклюзивными, как бы мы сейчас сказали. Проявляете ли вы преданность во всех делах? Ну, например, у меня нет морального права э, вот, дома, когда я нахожусь, ну, пойти одному в театр или на концерт. Потому что я знаю, что без жены, ну, это было бы странно, если бы я куда-то пошел один. Если я нахожусь в командировке, конечно, такое моральное право есть, а, но если я дома с семьей... Я должен быть в семье. Именно поэтому я уже третий год живу в Москве, но пока у нас вот маленькая третья дочь, мы ни разу, ну, я ни разу не был ни в одном театре, не посетил ни один концерт, хотя я очень люблю и театр и и так далее. Но нет такого морального права. Вечером я должен приехать домой и помочь как-то жене. В том, на что вы тратите время, даже в мыслях своих. И то приоритет должен отдаваться жене. И, конечно, слово «прилепиться» означает приклеиться намертво, склеиться, сцементироваться в одно тело. А это что означает, братья и сестры? Что развод, в принципе, невозможен. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Сегодня, к сожалению, даже в христианстве процент разводов становится угрожающе большим. Пока еще не так, как в мире, но все равно современные христиане думают о разводе. Они рассматривают такую возможность. А это дико. Дико даже рассматривать возможность развода. Ну, как говорила жена Билли Грэма, вы же знаете, по-моему, наверняка, ее крылатая фраза из интервью, когда ее спрашивали, хотели ли вы развестись с мужем, она ответила, по-моему, гениально. А, говорит, что вы, развестись, даже никогда не думал. Убить много раз хотела, а развестись нет. А... <свеч> ну, понятно, что это шутка, но на самом деле шутка очень благочестивая. Развод даже не должен рассматриваться как какой-то вариант. То есть это действительно хуже, чем убийство. Если вы прилепились, вы прилепились. Вы должны бороться за свой брак. Прежде всего, мужчина должен проявлять в этом инициативу. Вы должны работать над ним, вы должны любить друг друга, продолжать любить друг друга. Итак, повинуйтесь друг другу в браке, находясь, конечно, в страхе Божьем. Женщины, слушайтесь мужей, подчиняйтесь им, уважайте их, и на людях, и в приличных отношениях, и даже в собственных мыслях. Уважайте мужа. Мужчины, являйте жертвенность, наставление, прославление, освящение, нежную заботу и преданность вашей жене. И тогда ваш брак будет соответствовать Божьему замыслу, и вы будете жить как человек, исполненный Духом Святым. Во славу Божию. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.